Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Обрезка гибискуса, примерно он уже 1,2 метра здесь был по высоте, и сильную пришлось сделать обрезку для того, чтобы он не закрывал дальний фон, потому что там красиво море видно, и открыли эту вот видовую точку, вот можете посмотреть, как он потом обрастет. И точно так же будет давать красивое цветение. Обычно гибискус ярко-бордового красного цвета, крупные у него цветы. Его используют как в живых изгородях, так и, как видите, здесь одиночные кустарники. Он вечно зеленый, красивый глянцевый лист, но здесь есть заболевание. Нужно обязательно следить за тем, чтобы лист у гибискуса был яркая глянцевая поверхность, здоровая. Если видите, что что-то непонятно что, то сразу же нужно его обязательно обрызгивать. Вот здесь видно насекомое, которое пришло с других деревьев. Можно обработать, и он быстро поборется с этой болячкой. А так, посмотрите, ему здесь 5 лет, и какие толстые стволы уже. Стрижка сегодня была произведена, получается, в половину самого куста. Посмотрите, какой инструмент. Это вот такие большие ножницы. Они специально предназначены для подстрижки сучьев. Очень быстро им отрезаются ветви, в диаметре 2, даже там до 3 сантиметров. Пользуйтесь хорошим оборудованием, и тогда задача обработки растений, кустов, деревьев принесет вам только удовольствие. 2 гибискуса буквально за 2 минуты вот этим инструментом были срезаны моментально, подстрижены. И я даже не успела сам процесс заснять. Если надумаете делать живую изгородь из гибискуса, то соблюдайте расстояние. Видите, какой он достаточно толстый потом вырастает за относительно короткий период, где-то 3-4 года он уже толстый такой ствол имеет. Посадка 50-60 сантиметров примерно между кустами должна быть. Если соблюдать эти несложные правила, то у вас прекрасная получится живая изгородь и из гибискуса. Если, конечно, позволяют условия климатические. В субтропическом климате гибискус очень хорошо растет, чувствует себя на открытых территориях. А в средней полосе России, в России это, конечно, больше как домашнее растение для красоты дома. Сама толщина ствола у этих гибискусов достигает до 6-7 сантиметров в диаметре. И сами те ветки, которые обрезали, они где-то примерно 2 сантиметра в диаметре, около 2 сантиметров. И сейчас покажу, каким инструментом мы это все сделали, чтобы быстро, очень быстро и продуктивно убрать все это лишнее сверху. Вот видите, как быстро, легко, чуть-чуть. Небольшие доработочки такие, чтобы все это ровненько смотрелось. Очень удобно. Нежного цвета, белый, кремовый даже цвет вот нашла. Посмотрите, какой красивый у него такая, он очень крупный достаточно цветок. Тычинка внутри красный. Представляете, такие крупные цветы, если из него живая изгородь, либо вот он сейчас оздоровится и в следующем году даст полностью такую шапку из красивых цветов. Симпатично очень смотрится. Гибискус здесь красного цвета, вот в другом месте. И здесь он высажен не как отдельно стоящими формируется, не как живой изгородью, а прямо целую территорию в парке высадили, засадили кустиками гибискуса. Примерно они на расстоянии 1 метра друг от друга находятся.
и высотой достигают 50-60 сантиметров. И прекрасно цветут тоже. Смотрите, какой красивый цветок у гибискуса. То есть при таком размере, которым мы подстригли на объекте, он будет цвести, отлично тоже себя чувствовать и оздоровиться. А я жду вас на канале Тати Гейл. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И желаю вам удачи, здоровых деревьев и растений. Пока-пока!